Ударят по бездорожью. В следующем году в крае планируют отремонтировать почти 1000 километров дорожного полотна. Так в Барнауле мастера хотят обновить сразу несколько центральных проспектов и один мост. Название улиц вы сейчас можете видеть на экранах. Та самая единственная переправа в краевой столице – мост на шоссе Ленточный Бор. Его состояние привлекло внимание общественности после того, как один из жителей выложил снимки в глобальную сеть. На них видны трещины на опорах объекта. В итоге мастера укрепят конструкцию и расширят до 4 полос. Дождутся ремонта сразу 18 улиц Наукограда, около 100 миллионов рублей потратят на дороги Рубцовска, уделят внимание и региональным трассам. Основные направления вы тоже сейчас сможете видеть на экранах. На все работы из разных источников в новом году потратят почти 11 миллиардов рублей. Предварительный план будет увеличение на содержание на 17%, мы планируем увеличить. И больший упор будем делать на ремонты. Порядка 20% найдет в смете дорожная именно тема ремонтов. Немножко снизим объемы строительства в связи с дорогостоящим видом и будем как можно более массово заниматься ремонтом.